Алексей Козлов представляет. Одним из основоположников рок-музыки считается гитарист, певец, которого зовут Бо Дидли. У него даже есть специфическое прозвище «Оригинейтор». По мнению музыкального журнала Rolling Stone, он был включен в список 20 величайших музыкантов в истории рок-н-ролла. Многие из его песен принесли популярность таким группам, как Rolling Stones, The Beatles, Animals и многим другим. Он первым начал использовать на концертах свою гитару необычной квадратной формы. Сейчас мы посмотрим с вами одно из ранних выступлений Бо Дидли со своей группой. Обратите внимание на публику. В те времена основными поклонницами рок-н-ролльских звезд были молоденькие девочки. Watch the technique of Bo Diddley!